Современные криптовалюты активно применяются в различных сферах деятельности. Как и настоящая валюта, токены и монеты постоянно передаются между пользователями. Самым распространенным способом передачи является торговля. Для обеспечения максимально безопасной продажи и покупки крипты используются различные площадки. Каждая по-своему завлекает пользователей, предоставляя различные технологии передачи валюты. ZK-Swap привлекателен не только своим DEX второго уровня, но и IMM-моделью, обеспечивая пользователю максимальную децентрализацию и конфиденциальность. ZK-Swap – это протокол обмена токенами, который использует AMM – Automated Market Maker. Благодаря официальному запуску на Ethereum пользователи могут подключаться к сервису без излишних трудностей. Особое внимание стоит уделить технологии ZK-Rollup, которая позволяет переносить токены первого уровня на второй. Сервер взаимодействует с пользователями через WebSocket, давая при этом возможность отслеживания транзакций на блокчейне Ethereum. Благодаря непрерывной генерации доказательств с нулевым разглашением между уровнями обеспечивается постоянная согласованность. Таким образом, все транзакции происходят на втором уровне, при этом отпадает необходимость в оплате комиссии за газ. Сам обмен происходит в реальном времени, а благодаря технологии ZK-Rollup обеспечивается неограниченная масштабируемость, тем самым обеспечивая большее количество одновременных транзакций. Сама обработка транзакций осуществляется независимо от сети Ethereum. Пользователи получают полный контроль над своими активами, при этом получают максимальную безопасность благодаря отсутствию авторизации. Ликвидность также повышена благодаря AMM, а ZK-Rollup позволяет увеличить транзакционный TPC на несколько порядков. Также ZK-Swap имеет свой собственный токен – ZKC, стандарта ERC-20. Общий объем предложения токена составляет 1 миллиард ZKC, распределенных между командой и самим сообществом. Получить токены можно путем майнинга сообщества или аирдропами. Еще одним способом является покупка ZKC на криптобиржах. Само распределение токенов проходит дружелюбно к сообществу биржи. Пользователи протокола получают 60% путем майнинга сообщества, сама команда ZK-Swap – 15%. Разработчики экосистем и роста экосистемы забирают заслуженные 8%, бизнес-ангелы – 6,7%, а инвесторы – 5,3%. Что же собой представляет комьюнити-майнинг? Пользователи ZK-Swap самостоятельно могут поддерживать ликвидность и безопасность всей инфраструктуры. Таким образом, биржа постоянно находится в тонусе, а пользователи получают токены ZKC, что добавляет мотивации дальше заниматься комьюнити-майнингом. Данная процедура включает в себя предоставление ликвидности. В этом случае биржа распределяет 14 миллионов ZKC. Оплату комиссии в сети Ethereum. Пользователи получают 9 миллионов ZKC. Постоянную генерацию доказательств с нулевым соглашением. Вознаграждение 14 миллионов ZKC. Торговля на бирже ZK-Swap, награда 9 миллионов ZKC. Постоянный приток активных пользователей позволяет держать на плаву весь проект, привлекая внимание крупных инвесторов, которые с радостью вольют средства в столь перспективную затею. Инвестиции – неотъемлемая часть развития любого проекта. Чем солиднее компания, которая финансирует проект, тем больше к нему доверия. Это, в свою очередь, привлекает новых инвесторов, капитал которых позволяет улучшать существующие функции, а также пробовать новые решения. Главными покровителями ZK-Swap являются Bixin Capital, FBG Capital, Longwin Capital, Juby и Consensus Lab. Благодаря этим серьезным компаниям можно быть спокойным за светлое будущее ZK-Swap. Команда ZK-Swap уверенно развивает свой проект, делает его более дружелюбным к пользователям и пробует необычные решения. Благодаря постоянному стимулированию сообщества на комьюнити-майнинг, биржа постоянно находится на пике активности, привлекая к себе крупных инвесторов. Благодаря постоянному притоку капитала, ZK-Swap и дальше будет расти, не сбавляя темпов, поэтому мудрым решением будет присоединиться к ним сейчас.